Представитель губернатора Валентина Полынова и первый заместитель главы администрации Андрей Лукьянов вручили горожанам награды. Благодарность губернатора Ямала и законодательного собрания региона объявлена Константину Драчеву, Юлии Синичкиной и Андрею Захарову. Почетной грамотой и благодарностями Департамента физической культуры и спорта награждены Полина Молодцова, Инна Филиппова и Анна Лаврентьева. Еще 12 человек за достойный труд отмечены грамотами и благодарственными адресами администрации города. Еще одна церемония награждения состоялась в «Газпромнефти Муравленко». Градообразующее предприятие удостоено дипломов за победу в двух номинациях регионального этапа всероссийского конкурса проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности. Жюри признало систему энергетического менеджмента «Газпромнефть Муравленко» лучшей среди предприятий Ямала. Максимальную оценку получил проект, направленный на популяризацию энергосберегающего образа жизни среди детей. А управление корпоративных коммуникаций стало лучшим в категории пресс-службы региональных компаний топливно-энергетического комплекса в номинации «Социальная и экологическая инициатива».